слову о Лексусах. Вот такая была Toyota с шильдиком Лунь. Ястребиный Лунь. Нет тут женской жизни, нет. Однако, налепив RX, машина стала женской. То есть в Японии это мужская тема, а для Америки наоборот. Давайте определимся с понятиями. Этот Лунь или Харриер реально хавает все. То есть он, конечно, крут, но может залезть не в дебри, естественно, но туда, куда седан не заедет однозначно. К слову о том, что вы думаете, что вся Япония в асфальте, поверьте, далеко нет. Как, собственно, и Америка. То есть о чем говорит избалованный дорогами магнитогорец? Не в каждом городе такие дороги, поверьте мне. Мы где-то рядом с Москвой находимся, спасибо Филипповичу. Но на таком Луне вы можете легко смотаться и на рыбалку, и на охоту. Без фанатизма, естественно, но далеко, подальше седанов. И тут у нас хобби было, не на джипах рассекать. Может, хобби и осталось, но сори, на двухсотках ни один нормальный человек дальше легкого, ну легкого бездорожья не поедет. Один удар и нет бамперов, они стоят не по-детски, и может быть даже и каска не хватит. То есть о чем мы говорим на базе Луня? Все джипы типа джипами не являются. В последних категориях это просто универсалы на больших колесах. Все, не более того. Почему народ шизеет от полного привода, мне непонятно. Ну, по сути событий, я на своих седанах туда же лажу. Тут мысль вполне очевидная. Если есть голова, то залезть можно туда, откуда далее джип пролезет еще метров 200 и сядет. А я, по сути, пешком пройду. И то, что нужно, с собой принесу. Да то же самое. Потому как я не думаю, что в лесу дебилопоидов столько, сколько и в мегаполисах. Ничего, постоит и день, и два. Теперь этот Харриер. Автомат, естественно. К слову, о автоматах. Блин, дайте мне деньгов немного, я съезжу и научусь, и рухну в цене. Да потому что все это достало. Я такой, я не ВКЕ-образно крутой, я не делаю. А я точнее делаю только последние машины. Нахрен вам. Я буду просто делать и делать ваши тачки. Во как, то бишь в оконцовке. Машина красивая и хорошая. Выкиньте мысль о бабском характере. Потому что вы на Харриере, то есть на Луне, и катайтесь на здоровье туда, где седаны встанут.